Так. Как обычно, как обычно. Туда-сюда. Внезапный плюнь хлоп. Ага, все. И все. Что-то я брейнлаг какой-то словил. И не знаю почему. Ну да и ладно. Что там в прошлый раз мы успели сделать? Все-таки отомстили этому гражданину, который нам тонко намекнул, что его убийство ничего не изменит. Я уже не помню его имени, хоть убейте. Вот настолько этот персонаж был не нужен. Или у меня просто с памятью проблемы. А может быть одно другому не мешает. С птички тоже. Жалко, что за них ничего. А где Лига Легенд? Привет, Вань. Так, стоп. Ты сказал Лига Легенд? Ты меня здесь не переиграешь, запомни. Ты меня здесь не переиграешь. Так, ресурсов нет, ничего нету. Я с 7 уже поболтал, да? Так, обязательно, на удачу. Надо погладить дога. Хорошо, хорошо. Жалко, здесь тоже не могу этого сделать. Ёпсель, тоже что-нибудь на удачу скажи. Все, понял, ладно. Когда я собрался, по-моему, зашел в Лигу 2-0. Понятно, да. А я уже тут. Я уже тут. Ну, сегодня, я думаю, будет финал. Потому что мы и так уже много обсуждали. Это, в принципе, видно по количеству... По количеству того, что мы уже прокачали и получили. У меня полная прокачка, абсолютно полная прокачка. Все, что мне осталось прокачать, это вроде бы заклинание только. И все, я даже зелья все прокачал. То есть мне осталось прокачать заклинание, которое у меня и так не нужно качать. Да, Вань, очень смешно. Ага-га-га-га-га-га-га-га. Так, лесные шорохи давай. Узнаем, кто там буянит у нас. Последняя миссия с лесными шум. Тихо. Ничего страшного, я привыкший. Сейчас, ёпсель, пойдем обкашливать вопросики в лесу. Я возвращаюсь сюда, ёпс. А ты уверен, что это необходимо? Не знаю, кто там прячется в этом лесу, но я ему не поддамся. Тогда я иду с тобой. Отлично. Ну все, с ёпселем мне ничего не страшно. Надо опять привыкнуть к тому, что я уже делал. Потому что да... Даже без текста, да? Опа, ну и сразу босс файт. Жоня всякий нюх, у меня снова ман на нуле. Будь ты проклят, Сайлос из Дрэгборна. Это не может быть Моргана. Это не может быть Моргана. Ладно, Вань, так как ты, если просидишь до самого конца, я тебе все верну. Ладно, шучу, конечно. Как тебе удобней. Госпожа Вуаля. Ты недостоин стоять передо мной. Да. Она даже синим каким-то цветом здесь. Это какой-то фейк. Это по-любому какой-то еще один Йорбл. Ты пролил столько ужаса, пролил столько крови. Как ты спишь по ночам? Я совершил много ошибок. Я примирился с этим. Нет, Сайлос. Когда приходит ночь, все иллюзии отступают. Я вижу твои сны, я чувствую твой страх. Ты не Моргана. Покажи, кто на самом деле. Сайлос, тебя пугает тьма. Тьма сделала меня тем, кто я есть. Это Ноктюрн, что ли? Это Ноктюрн? Может, это не Ноктюрн? Подожди секунду. Может, это Шака? Может, это Ноктюрн? Как думаешь, кто это? Как-то для Ноктюрна слишком слабовато. Помнишь синематик с Райзом, где там за Райзом бежала целая тьма? Так, ладно, это не Ноктюрн, походу. А как с ней драться, я забыл уже. Ага. Так, я отвык немножечко просто, сори. Так.
Ну это чит. Я могу так пукать постоянно. Ага. Стырить заклинание, как обычно, не могу. Так. Давай третью фазу. Ха! Это все я знаю. Мы вообще можно ульту подрубить. Фаза. Ноктюр, это ноктюр. Я так и думал, что это ноктюр. Ёп твою на ногу. Чё, и все? Если это не госпожа Вуаль, то кто же это был? Ты же сказал? Так нет, блин, каким образом это похоже на Нок? Нок питает... Здесь были записки, потому здесь какая-то дичь происходит. И у меня сразу в голове, это же может быть, ну, этот, Фиддлстикс, потому что Фиддлстикс тоже находится вроде как недалеко в окрестностях Димассии. Ноктюр где-то здесь может шляется, Шака где-то тоже там может быть рядом. Да нет, про Даркна здесь напрямую не говорили, прямо именно темноту здесь. Говорили, что страх, все дела, смех и так далее, здесь может быть что угодно, просто... Ноктюрн очень слабо показан был в плане его способностей. Я говорю, единственная способность, которая была показана, это только в синематике. Но там был масштабный, там на Райс убегал от какой-то ебаки огромной. Это интерпретация твоих страхов, но здесь как-то это слабо для Сайлос, тебе не кажется? Тень госпожа Вуаль, так кто же это был? Тень, что рыщет во тьме и питается страхами Ноктюрн. Если я слышал историю о нем, но думал, видимо, он не мог вечно оставаться погребенным. Ну, ты ему показал, так уверенно с ним разделался, это было потрясающе. То есть там Ноктюрн даже не превращается во что-то отдельное и дерется с помощью этого. Это как-то странно, как какой-то доппельгангер, я не знаю. Да, вот именно это меня смущает. Нет, он может превратиться, он не превращается в Моргану в целом. Это то, что видит Сайлос, то, что у него происходит, это интерпретация страхов. То есть именно так это все выглядит. Но пользоваться способностью Моргана и прочее, это как-то странно. Как будто он не с Ноктюрном дрался, а все это у него было в башке. Хрен его знает на самом деле. Я рассчитывал на бой с Ноктюрном. Я думал, будет... Нет. Нет, Вега нет. Не совсем. С Вега там тоже все хитро. Я надеялся, что будет вторая фаза, а ее нету. Серьезно? Знаешь, Сайлос? Надеюсь, что больше этого не повторится. Я тоже. Никогда. Согласен. И все, мы выполнили этот квест. И я ничего за это не получил, да? Только ёпсель, есть что сказать? Абсолютно ничего, да? Все на благо. Да-да-да. Так, песика погладить. Узугу-дугу. Отлично. Lot of cash. А, нет, слушай, до хренища всего я закинул. Ну что, давайте тогда все заклинания тоже выучим. Охрен ли нет, а? Нет, ее зовут Йопс. Просто я ее так зову. Просто я ее так называю. Да. Ее зовут Йопс. Я по-другому не могу. Это же Йопсель. Йопсель-попсель. Я воздушку вообще не качал, да? Красавчик.
Да. Ну, я говорю, в плане прокачки здесь... Она очень короткая, скромная. В принципе, это окей. Она линейная, скромная. В нем нету такого вау-эффекта. Ничего страшного в этом нету. Такой дешевенький проект, ламповый. В принципе, я бы где-то оценил на 6 из 10. Да, почти как в Пое. Угу. Кстати, Torchlight недавно вышел. У меня братюньки туда ушли. Я что-то туда не пошел. Осталось раз, два, три, все. Я, и все, тогда я прокачаю. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Абсолютно чуть-чуть совсем. Пойдем тогда делать побочку вторую. И пойдем уже по мейн-квесту. Ну вот сейчас новый сезон Torchlight Infinity вышел. Там люди сосались. Мы обнаружили в тайной тропе лаборатории и собрали колоса. То, что делают охотники, оскорбляет память моего предка. Пора покончить с ним раз и навсегда. Будем надеяться, что я успею их остановить. И задока наш ученый сделает это сам. Отлично. Все, это тоже последний квест, я полагаю, по всей этой лаборатории. Узнаем, что там за колос или попытка колоса. А то мы все время с башкой деремся, меня это триггерит. Я хочу с нормальным крючком подраться. Вот это халтура, когда делают по несколько, знаешь, боссов, которые на друг друга похожи, это вообще забей. Блин, я забываю щит юзать. Похож эти маги. Блин. Так, одного убили. Ну это слишком читерная фигня. Я уже по-другому не могу, потому что здесь вариативность не такая уж и большая. Не. До свидания. Не на своем компьютере даже. Ну вот сейчас есть возможность попробовать новый сезон. Свежий старт, все дела. Why not, why not? Всем попадаем, всем попадают. Ну давай вместо этого. Ну вообще говно какое-то. Ой, дальше. Ну давай, давай. Может быть отфармишь и наконец-то нафармишь на вкладку на гребаные мапы, пока есть там скидка. Пое 2 выйдет. Если что, все скины и прочие фигни выйдут, как и в Пое 1. Ну, в Пое 1. То есть все, что у тебя будет в Пое, останется в Пое 2. Это просто апгрейд, это не отдельная игра, если что будет. Это важная деталь, если тебе это интересно. И так что да. Нет, с овером как раз таки там вроде не так было, не? Я могу ошибаться, не знаю. Блин. Пойдем бахнем. Тихо. Блин, здесь маги противоположного элемента друг друга, и я не понимаю, почему я просто их магии не убиваю отдельно. Но то, что Сайлос в одиночку убил Шивану с Джарваном, точнее, победил, это вообще мем. Я вообще думал, когда я победил Шивану с Джарваном, типа, все, это будет финишная.
конечном итоге нет. Любопытно. Потому что там босс-файт выглядел так, как будто это будет конечное. Или взрывается фигня. О, вот это имба. Вот это имба, я помню. Если еще хп увеличить, то у меня рот будет просто трелё. Вот такие раны делать удобно, классно, комфортно. Так, а почему здесь? Понял. Мне на самом деле не обязательно их ломать, да? Да, блин. Ага, я понял. Тут не сломаю. Нет, я еще никак не дотягиваюсь. А, нет, дотягиваюсь. Ломаем. Хуянь. Так если ты их уже убил, что ты еще хочешь, в смысле? По поводу. Кого я там убил? Кого я там убил? У меня такое чувство, что мне не обязательно этим заниматься, но я все равно это сделаю. Why not? Потому что могу себе позволить. Чем отомстил? А кому я отомстил? Ты имеешь в виду ингейм? Я никому еще не отомстил. Сайлос вечно злой. Сайлос, который в игре здесь, и Сайлос в Лиге Легенд, оригинальной сторисе, это вообще два разных человека почти. Ну, типа, серьезно, потому что здесь Сайлоса больше надежды, больше союзников, больше людей, которые готовы его поддержать. Там у него ничего не было абсолютно. Матерь божья, урона, конечно, в Сексилион. По 144, can you imagine? Урон просто миллиардный. Девочки, я в шоке. Сундучок есть какой-то на мое. Мы можем тут добраться? Я надеюсь, да. Это абзац. Сексилион урона. Что за лабиринты? Что за лабиринты, где? И что тут? И нахрена я сюда шел? Не понимаю. Опа, здорово. Приветик. Ты тоже мне ничего не дашь, да? Спасибо большое. Так, а здесь сундучело было, да? Так, подожди, куда я? Не вниз, да? Пойдем тогда. Просто как много урона. That's a lot of damage. Если там будет какой-то босс, я его снесу вообще взглядом. Каждый убийство увеличит на 7 рот, попадаем в Саус. Прикольно. Берем просто все подряд, пофигу. Бафы важнее. Бафы намного больше дает, чем любое заклинание, которым я даже не пользуюсь лоу. Да и зачем? Да изучу.
А, я просто шуты. Я какой-то изи мод поставил, что ли? Вообще, как будто я на изи моде играю. Тихо. Это то, как выглядит изи мод. Я даже робота пробиваю не заклинаниями, это смешно. Это смешно, это фанни. Так. Ух ты. Я не заметил, что это враг. Так, еще один этаж. О, это берем. Это точно берем. Каждое убийство нет. Нет. Нет, точно нет. Это тогда берем вот это. 200 хп. Интересно, сколько сейчас урона будет. Все, мы идем в босс-файт, да? Поехали. Я готов. Давайте бошку там, любую фигню. Опять башка, да? Две башки. Кайфарик. Просто две башки. А какой босс? А вот просто их два сделал. Ха-ха-ха-ха. Поехали. Просто фейсвалим, да? Даже порезанный урон. Даже порезанный урон наносит ему урон. Все. Это и есть босс? Вы, я надеюсь, не серьезно, не? Я надеялся, что они наконец-то колоса наберут полноценного. Они просто две башки сделали. Я их просто профейс ролил. Ну и, конечно же, куча мяса опять. Блин, а можно как-то просто одной кнопочкой? Я должен каждому подходить. Ёптель-моптель. Я, кстати, одного Челиксона пропустил, насколько я помню. Он был в деревне Люкс. А там мапы не было даже. Я вообще не ориентировался никак. Там огромная деревня, и типа я охреневаю просто. Так. Видимо, мы еще встретимся. Это чудовище убил его, прежде чем договорил. Но не было ни малейшего шанса. Бедняга, если бы нашел нас раньше. Там статуэтка Галлио было, и мне показалось. 14. 14. 14. 14. Отлично. Почти все прокачали до максимума. Все, колосс не будет охотиться на магов. Отлично, Сайлос. В ближайшее время никто не узнает. Там просто башка была, и все. Значит, продолжаем спасать магов и бороться с режимом охотников. И пусть они больше не притрагиваются трудам моего предка. Без тебя мы бы не справились. Я видел там статуэтку Галлио. Типа, где Галлио? Я хочу с Галлио подраться. Канонично же было бы. Моста какого-нибудь. Ух. Давайте допрокачаем тогда заклинание все. Просто потому, что могу себе это позволить, да?
Подожди. Интересно, я ачивку получу за изучение всего вообще? Забавно, что я это качаю, но не буду использовать. Тут еще шутняр, да? Невидимость. Говно какое-то, честно говоря. Если бы был доп. Урон с ними, да, я получил ачивку. Руна творения. Это у меня еще куча запасов, и я не знаю, куда их тратить. Просто не знаю, может, ты знаешь? Ты не знаешь. Гёпсель тоже не знает, да? Ну, наверное, почти прокачанный. Осталось по единичке найти Челиксонов и все. Все. Погнали. Огонь, лед. Все готово. Поехали. Может быть, предпоследняя миссия, может быть, предпредпоследняя, учитывая, что мы вообще все, что можно, уже спылесосили. Уже нечего качать, просто нечего качать. Развалина Тебриди. Это там, где Люкса прячется, да? Город передвигается, конечно. Карен, что ты здесь делаешь? Пришел предупредить. Охотники на магов знают, где ты. Истерия приближается. Я буду готова к встрече. Не надо ее недооценивать. Она хочет устроить показательную расправу из-за того, что Сайлос остановил казнь. Люкс, прошу, пойдем со мной. Скажи всем бежать, пока не поздно. Куда бежать? И куда же им идти? Именно. Обратно в Демасию, где они попадут плаху. Они не твоя забота, теперь моя. И твоей была бы тоже, будь ты действительно защитником слабых. Я знаю, что подвел тебя. Поверь, если бы я мог что-то изменить. Послушай, в опасности. А ты? Если ты не справишься нам помогать, возвращайся к своему королю. Как скажешь. Карен, начни с походочки нормальной. Как будто он хочет кому-то плечом дверь проломить. Ярону мы надавали лещей. Джарвану с Шиваной мы надавали лещей. То есть это именно канонично даже ингейм. Понимаешь, Сайлос надавал всем лещей. Может, это Сайлос. И объективно у него не должно быть боевых навыков. Он же в тюрьме все провел. Он как бы сильный маг, но на этом все. Нужно признаться, лазить по канализации проще, чем по стенам. Там душно, зато тебя никто не увидит. А для мятежника это главное. Кстати, повстанцы рады новой стратегии. Они знают, что ты пытаешься сберечь людей. Я занял место Лани, но еще должен заслужить доверие. У тебя получится. Особенно, если спасем Бензира и остальных. Так. Куда-то пролезли. Пол свечком? Или как обычно? Ух, как высоко. Да уж, высоко. Главное не смотреть вниз. Огоньком поджарили. Ага. Записочка. Бледная дама, наша семья признательна вам за верную службу. Бледная дама, выполните еще одно поручение и сможете покинуть столицу, если таково ваше желание. Гибельному клинку требуется его... О! Это поступает с Мариана, задачу выполнила. Любопытно. Здесь куча перьев, кстати. Прикрыло здесь, что ли, обитают? Не уж они огромные должны быть, типа... Почему-то я маленьких спасаю. Хотя это детеныши. Ну просто это я вспоминаю по артам лора. Хилки. Что будем делать? Скастовывайся, скастовывайся.
Фига. Сопротивляется еще. Вот с огненными геморройно, с ледяными легко просто прыгнул, бах. Ля. Хорошо, что не выстрелил в меня. Ну, конечно. Вообще дамажит немного. Ауч. Так, подожди. Что ж ты будешь делать? Уф. До свидания. А, ладно, не до свидания. Вот теперь до свидания. Вот здесь можно утонуть, я думаю. Тихо. До свидания. Я думаю, уже скоро должно быть это. Его не хилит даже. Подожди, или хилит? Это так его хилит, да? Почему у него фул хп, но показывает, что не фул? Что за ним вообще? Другое дело. Другое дело. Здесь побуняли, здесь разрушили. Я, кстати, когда во время этого рывка не получаю урона. Это приятно. Хорошо. Замечательно. Так, нычки есть, нычек не вижу. Нычек точка нет. Здорово. Мог бы и помочь. Мы что, не туда свернули? Точно не знаю, ты выбрал путанный маршрут. По крайней мере, план так работает. План бы работал, если бы я не бегал здесь как дурачок. Ни хрена себе. О-о-о. А, это даже не босс? Я могу кастануть ульту, не? Это все? Ага. Я же прыжок сделал. Эти хитбоксы.
Европейлы гораздо милее, когда они еще птенцы. Это правда. Вообще забавно, что вот такой маленький пиздюк, который просто буквально в руку тебе может вырасти до такой хуй баблины. Да. Это даже не босс-файт, я полагаю, это просто обычный моб. Ладно, окей. Так, суета. Так вот как выглядит Димаси. Выглядит в чем? Я пропустил. Кто успел прочитать? Это было. Что это было? Серьезно? Иди сюда. На, это просто доп урон, да? Окей. Разветвление влево есть. Уф. А, щекотненько. До свидания. Так, а тут у нас что? Сундучило? Записочка. Главному маршалу Тианькангу. Это старшая сестра Гарена, я так понял, да? Ну, собственно, все Краунгард родственники, но она вроде... Ее показывали в карточной версии в лоре. Лукам, к сожалению, вынужден сообщить, что снимаю с себя полномочия дипломатического представителя Дамаси. Мое заявление вступает в силу немедленно. Я отправлю гонца в Краегорье, чтобы мои руководители успели подобрать мне замену, если что-то это необходимо. Король Джарван был честным и благородным человеком, и я всем сердцем скорблю его гибели. Однако совесть не позволяет мне безмолвствовать, пока охотники на магов творят бесчинства, от которых страдают мои сограждане. Всю жизнь я глубоко чтил закон камня, но подобные злоупотребления не могут вызвать у любого здравомыслящего существа ничего, кроме отвращения. С уважением, посол магистрат Барикан. Незнакомое имя, честно говоря. Почему-то ощущение, что я должен это был знать. Ну ладно. Так, подожди. Здесь вот есть какое-то... Типа вот ответвление, да? Я туда не могу полезть. Ну ладно, херс. Ро. Ты что, агент, что ли? Почему ты все время впереди? Ну что, мы лезли? У меня руки отваливаются. Да, выше уже не забраться. Может быть, на обратном пути мы можем оседлать Сильверхилла и спуститься на нем? Если хочешь, рискни. Я лучше пойду по лестнице. Я бы рискнул. У меня же сейвскам есть. Окей. Сюда. Пилочка, да? Пилочка. Стой. Пукни-пукни. Хорош. Обожаю эту отхилку. Так, мы правильно идем? Мы правильно идем. И, кстати, убивать было не обязательно даже, по-моему. Прикольно.
проникнуть в штаб охотников на магов. Че, почему ты все время впереди? В лаборатории с каждым разом становится грязнее. Такое кошмарное место. Если ты что-то сделал с моим другом, я убью его собственными руками. Мы отыщем Бензира, не волнуйся. Бензира, Сабзира. Псичка, конечно, кайфовая. О. Ну что, упал вниз? То, что здесь геодата для мобов есть, это, конечно, весело. Вроде дверку, пожалуйста. По прямой, да? Немножечко попрыгаем. Вообще карта кажется большой, на самом деле она маленькая. Вот то, что вот здесь дверка есть, меня, конечно, триггерит немножечко. Меня, конечно, немного триггерит. Я не знаю, зачем мне еще голда возьму. На всякий случай, вдруг там за нее что-то можно будет выручить. Что я уже все, что можно, прокачал. Ауч, не засосопились. Пофигу. Меня щит. Так, подожди, тут есть что-нибудь? Типа есть, но это не точно, да? Записок ничего нет. Ну, пойдем дальше. Да, нет. Ключ. Я даже не почувствовал. Так, ребят, здесь вас можно открыть? Нельзя, да? Ладно. Па. Лево, нельзя отдыхать, это правда. Отдыхать вообще нельзя. Не советую об этом даже думать. Так, огненный ключ. А им бога. А тут что-то есть? Ничего. Похоже на кузню какую-то. Подожди, как выбраться? А. Я на секунду не понял, а потом как понял. А потом как понял? Здорово, ребят. Бензира! Тихо, тихо, тихо. Уйди в безопасное место. Я поищу других заключенных. Они были очень рады друг друга видеть, я уверен. Передо мной Макс с солдатской выправкой. Ну-ка, фукни. Ну-ка, пукни. Ауч. Честно говоря, не хочется с ним расправляться. Может пойти просто дальше. Просто идти-то я могу дальше, конечно. Не, вот здесь закрыто. Йоп! Yeah.
Да, я могу пролезть дальше. Учитывая, что качаться мне нет смысла, и бить мобов тоже, то пойдем просто дальше, не будем париться. Хватит всасывать. Хватит всосывать. Доводилось сражаться. Пойдем выпьем. Я не понял, мы сражаться идем или обычно? Все, я там уже буквально все вкачал. Они все уже должны быть там на максималочке, я думаю. Сейчас бы где-то рядом узнаю его стиль. Да, я узнаю сейфпоинт здесь. Записочки есть какие-нибудь? Чего не вижу. Или я просто слепошара. Да. Выглядит как когда. Здорово. Сайлос. Ты окружен. У него взгляд безумный. Хэзбит. Признаюсь, я надеялся, что мне будет возможность тебя убить. Какое самомнение. Хочешь что-нибудь сказать напоследок? Все, что я мог сказать, я уже сказал на могилах павших. Илона и всех остальных, кто из-за тебя пострадал. Им не будет покоя, пока ты не поплатишься жизнью за свои преступления. Все, что я делал, это служил короне. Короне плевать, что хорошо, что плохо. Зато мне нет. Эй, вы все, убить его. Побежал Криса. Ну сам он точно не сможет драться, он там во что-нибудь залезет только если. Может быть в себя какую-то жижку примет и начнет это. Увеличиваться и бомбить. Других опций я не вижу. Или у нас здесь будет моб раш, я не знаю. Ой, сейчас бабахнет. Все, ну погнали, обкашляем с ним вопросики. Поищу сначала. Эфпоинт. Серьезно? Какой ж ты пуся, а? Даже не почувствовал. Ну
Хорошо. Еще бахнем. Уф. Что я делаю, непонятно. Но я баху это точно. Давайте мне 20 брак-крылок там, я не знаю. Хоть что-нибудь для экшена. А то что-то слабенько. О, другое дело. Здорово, братишка. Ой, сейчас кого-то шлепать будем. Сэлс, поверь, я на твоей стороне. Я всегда верил в то, что баги лучше обычных людей. Знаете, в это я могу поверить на самом деле. Просто у него немножечко искаженное восприятие всей этой хрени, и он немножечко не стомпится под воздействием морали. Маги должны править Димасии. Пощади меня, я сделаю все, что возможно, чтобы получить власть. Чтобы ты получил власть. Нужна мне твоя власть. Я хочу, чтобы маги могли жить, не боясь преследований. Твоя смерть подарит им свободу. То есть я только что толпы монстров выкашивал, а его не показали? А вдруг он выживет? Плюс один. Все, все прокачали на максимум. То, что можно, прокачали. Максимальное количество рекрутов. Единственное, что, может быть, там можно было до соточки что-то такое довести. Я не знаю. Эсбит мертв. Наконец-то эксперименты охотников на магов прекратятся. Мы поможем тем, кто сбежал из его лаборатории. И мы рады всем, кто решит примкнуть в нашей борьбе. Вместе мы построим Демасию, где магов больше не будут бросать в тюрьмы. А это кто? О, Люксиана. Привет. Люкс, что ты тут делаешь? Пришла поговорить. Я слышал ваши приводительцы и Лайлане. Тебе сказали, что во всем виноват я. Нет, мне сказали, что твоим людям нужен был лидер, и ты справился с этой ролью. Кроме того, я слышал, что твой мятеж благословил сама госпожа Вуаль. А еще в городе-то пощадил моего брата, хотя мог и решить его ждать. Откуда она об этом знает? Вот как удобно, когда информацию нашептывает куда надо, да? А вот когда вы в реальной жизни делаете какой-то правильный поступок, об этом никто не сообщит. Вас еще и обговнят, а вы еще начнете обдумывать, нужно ли это делать в следующий раз. Если он снова попробует меня убить, сдерживаться не буду. Поверь. Зачем ты здесь, Люкс? Явно не ради восторгов и соболезнований. Я пришла с предложением мира. От одного предводителя мага в другом. Я не простила тебя и больше тебе не верю. Но магам под моей защитой нужна твоя помощь. Истерия направляется в Тербизию. Она собирается казнить всех, кого сможет поймать. Меня предупредил Гара, но он не встал помогать и ушел. Зершка в своем репортаже. Я не поддерживаю твой мятеж, но если ты поможешь, вместе мы отстоим Тербизию. Понял. Если мы вдруг сойдемся в бою, то испалишь меня 1000 сияющих лучей. Хорошо, Люкс. Я помогу тебе защитить твоих людей. Познакомим тебя с остальными. Yes. У нас есть солнечный маг. Все. Я думаю, Челикса нам вообще хана пополнит. Блин, вот как сильно может концовка разниться с тем, что есть в оригинале? Стоило ему просто правильный путь выбрать, как все было бы хорошо. Вот это вот, знаете, если бы... Кому жирно. Нравится, насколько легче у него взгляд стал после того, как брата его нашли. Прям вообще. Потом Люксот пи... С чего ты взял? С чего это я своего мейна буду пиздить? Ты что, Иван? Ахстись. Еще как? Кино
Инна помогал мне тренироваться, охотники на магов обречены. Тоже умеет сражаться. Я собирался поговорить с тобой об этом. Я понимаю, почему вы с Лани не хотели, чтобы я участвовал в боях. Мы с Кином поговорили, он сказал, что не знает, что будет делать, если со мной что-то случится. Он чуть не погиб, Мелоджи, это сильно на него повлияло. Значит, вы больше не будете сражаться? Я продолжу работать в кузне. Но теперь мы снова вместе и хотим побыть семьей. Все, 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 Иван, тихо. Не рассказывай ей о чем. Райн. Что с ней будет, если мы убьем ее наставницу? Она ведь лишь невинная дядя. Райн? Это та, которая в голову лезет, да? Ага, невинная. Она меня чуть не прикончила. Дважды. Все равно, Райн еще совсем ребенок. Она просто не видела другой жизни. Отправь ее, скажем, к Люкс. Она обожает помогать заблудшим магов. А мне кажется, ты гораздо больше годишься в наставнике. Ты ведь тоже попал на службу ребенка. Никто из нас не знает, каково это. Наверняка есть тот, кто справится лучше меня. Хотя бы подумай об этом. В памяти Лайлани. Если не переживем следующую вылазку, это будет все неважно. Но посмотрим. Что-то она вспомнила об этом. Значит, скорее всего, будем сталкиваться сейчас. Так, ёпсель. Подожди, давай посмотрим. У меня максималочка, да? Да, у меня все прокачано. Все, все, что можно, я прокачал. Абсолютно все. И мне, кстати, в это в играх не нравится. Мне нравится, когда постоянно есть возможность куда-то стремиться. Даже если ты лимиты выкашиваешь уже буквально раз в 5 часов, но они двигаются куда-то, это все равно круто. А когда у тебя лимиты уже достигли, ты уже теряешь вообще интерес абсолютно. Но это лично мое мнение. Привет, ёпс, как настрой? Я жду, не дождусь. Битвы? Ну, ее тоже. Но главное, вашего трогательного соединения с Люкс. Чего? Да брось, Сайлос, я видел, как ты старался загладить свою вину перед ней. А теперь тебе выдался шанс спасти ее от неминуемой гибели. Она точно раскается, что сомневалась в тебе. Я не совсем эту цель преследую, ёпс, от Сундаря. И почему нет? Мне бы точно этого хотелось. Люкс и я навряд ли станем. Найдем общий язык. Она аристократка из влиятельной семьи. А я недавно убил ее дядю. А ты же говорил, они с Толдером не ладили. Послушай, я уважаю ее заслуги, но сомневаюсь, что наши цели могут совпадать. И я все равно буду за тебя болеть, Сайлос. Ты сможешь ее переубедить. Я даже пытаться не буду. Сейчас мы союзники. Хоть и не всегда, знаешь, мне этого вполне достаточно. Вот так вот, ёпсель. Эта битва станет для нас Сутани, Мейден. Надеюсь, ты запас со зельями. Будешь делать, если мы победим. Есть большие планы. Я продолжу сражаться. Даже без истерии королевство все равно останется в лапах аристократов. Да, но нужно ведь и отдохнуть. Сопротивление уже не уйти. Разве тебе не хочется уделить немного времени самому себе? Я никогда об этом не думал. Мы с Клёпой хотим вернуться домой и повидаться с друзьями. Там есть парочка стеклодувов. Господи, стеклодувов. Которые могут помочь с повстанцам. Отличный повод навестить близких. Мы будем действовать неприметно, само собой. Но это хороший момент, чтобы обо всем подумать. Ну, я смеюсь не потому, что, типа, работа такая, просто забавное слово. Удачи, Идан. Вы двое заслужили передышку. Ладно, все, давай, Идан, до свидания. Тут еще есть... Остался этот гражданин. Сколько мы не виделись? 336 дней, 11,5 часов. Так, это уже крипово. Ну, чтобы я считал. Я, прости, что так долго. Надо извинений. Теперь я тут. Я так тебя не хватало, Гидеон. Стремлю. А где Лига Легенд? Это и есть Лига Легенд. Привет, Минотаврик. Неро. Привет, стример. Покажи Жолю, пожалуйста. Хватит. Хватит. Дайте доиграть игру уже. Сейчас будет вам Жоня. Давай больше не разлучаться. Ни за что. Ты все еще рад, что приснился восстанию, Гидеон? Да, пусть даже впереди много дел. Но я верю, что уже совсем скоро нам с Бензира не придется больше скрываться. Что собираешься делать, когда закончится война? Ну, наверное, сядем в тихой деревушке. Может, пущу в дело один из своих скрытых талантов. И что это за талант? Тренировать ополчение? Нет, буду печь хлеб. Ты пекарь? Опек. Довольно неплохой, к тому же. Я пеку в свободное время. В прошлом я причинил много боли, и теперь мне хотелось бы сделать что-то хорошее. И что может быть лучше аппетитные выпечки? Однажды я загляну к тебе, чтобы ее попробовать. Как-то двусмысленно все звучит, да?
Шумят товарищи, как оно? Поднимаемся, опускаемся. Главное, чтобы Лига не высасывала, остальное уже второстепенно. Так, вот эта мудрость может мне сказать какую-нибудь. Все застыло в крупном равновесии, звезды сходятся. Это созвездие союзников. Ладно. Побегся. Нормально, нормально. Меня забайтили, кстати, в Torchlight пойти, потому что там тоже новый сезон, но испоев Torchlight, а потом из Torchlight, а может быть Diablo. Слишком много диаблоидов, у меня крыша просто поедет. У меня просто поедет крыша. Так совсем поболтал вроде, да? Ну все. Сижу довольный. Казалось бы, Apex тоже может быть стрессовым, но он вообще даже не близко стрессовый на уровне, как Лига Легенд. В Лиге Легенд ты намного более ярче чувствуешь импакт союзников, чем в Apex. Несмотря на то, что в Apex, по-моему, только можно с другими людьми играть, что забавно. Ну-ка, что там ты мне скинул? Давай посмотрим. Ни хрена себе. Вот это нормальный арсенал такой, я тебе так скажу. Сейчас, секундочку. У меня аж стрим немножко подвис. Подожди, это что такое? Черный чай Тисун. Я, кстати, такой не пробовал. У меня такой марки не было. Причем с разными начиночками. Оу май. Бергамот, кстати, не очень. Я вот вижу здесь списочки. Я пробовал бергамот. Ага, вот есть списочек, понял. Молочный улун, нормальная тема. Жасмин, имбирь и медом. Клубника со сливками звучит вкусно, не пробовал. Сочная вишня звучит вкусно, успокаивающий. После лижечки самое оно. Фруктовый бум. Я пробовал какие-то фруктовый чай. То ли там было какое-то перенасыщение, то ли какая-то литерность, я не знаю. Короче, мне не понравилось. Может быть, у тебя будет, я надеюсь, получше. Таежный лес звучит хайпово. Изысканный бергамот, я уже говорил. Бергамот, бергамот. Брецом листовый. Мишки гамми. Что? Сочный цитрус. Уже как-то больше в сторону кофе. Ну, прикольно, прикольно. Подожди, ты завариваешь или в пакетиках обычно пьешь чай? Со сливками. Ну, вот это даже звучит вкусно. И... завариваешь, да? Ну вот, заварка намного вкуснее, я тоже это знаю, просто я тот еще лентяй, я просто пакетиков все фигачу. Но... ну да. Я к родителям как-то ездил, у меня мамка там заваривала прикольный чай, прям был... уф, тоже что-то со сливками или что-то такое. Что-то необычное. Что-то, что ты в магазинах обычно не находишь и берешь на заказ, скажем так. Так что да. Прикольно, прикольно. Когда тетя ебейшие привезла блин, год назад. Да, вот поэтому мне опасно такое, потому что я тоже подсяду и придется теперь искать после этого. Я как-то кофе какой-то пробовал со сливками, какой-то прикольный, особый какой-то сорт. То есть обычный кофе мне, например, вообще мне никак не нравится, потому что он слишком жесткое, да? А там какое-то такое было мягенькое, с вкусом шоколада, и там и то, и все, и прям идеально просто, вот просто идеально. Я даже не знаю, что это такое. Это я тоже пробовал. Кому-то из родственников, кому-то ездили давно, я помню. Я пытался с Люкс, она не собирается уходить из Тербизии. Истерия уже направляется туда. Она не намерена убить всех магов, которые там обнаружат. Она покинула. Ну все. Теперь уже она совсем. А ладно, она вернется, не ссы. Это я создал пропасть между нами. Я дал охотникам на магов слишком большую власть. Теперь, дорогие мне люди, в опасности. Я хотел стать хорошим королем, достойным наследником своего отца. Нет, я хотел стать сильным королем. Задолго до смерти отец подал указ о том, чтобы охотники на магов прекратили аресты. Прочитав эту бумагу, я тут же ее уничтожил. Да-да, я помню об этом. Да-да-да, я это помню. Это, по-моему, в комиксе было. Все были уверены, что отца убил Сайлс. Прощение, это казалось слабостью. Он знает, да... высшие чины и в целом король, и многие тоже знают о том, что Сайлос не убивал короля. Они знают, что он умер от ранения ножевого, что в свою очередь было как бы нанесено Катариной. Так. Граф Гренадин, не знаю, что такое, звучит хайпово. Потом закончится его сужение. На Озоне, уф. Я не знаю, на Озоне для меня всегда на Озоне, понимаешь, Озон у меня ассоциируется со скоростью, но с меньшим качеством. Вот у меня всегда ассоциировался. То есть там всегда было быстрее, возможно, даже дешевле.
но как-то вот по качеству хуже. И, я не знаю, мне иногда посылки присылали в разъебанном таком виде плюс-минус. Ну, может быть, это я такой счастливый, я не знаю. То же самое у меня может ассоциироваться с пятерочкой, потому что я с пятерочкой часто травился и прочее. А некоторым пятерочка нравится, это дешево, просто, красиво и так далее. 150 грамм за 250-300 рублей. Ну, слушай, я в этом плане не шарю, это на сколько чайных кружек. У меня, кстати, чайная кружка пивная, она на литр буквально. И я обычно туда одну заварку юзаю. То есть литр на одну заварку, это жирно. Я много чая впитываю. Понял. Я за свою жизнь на складах поработал максимум 3 дня, так что такое. Чисто практиковался как раз после армейки. Подрабатывал, точнее. Ну или пытался. Я тебя понимаю. Когда я узнал, что Люкс владеет магией, ты был вне себя от страха. Я боялся за нее. Но еще больше боялся того, что люди подумают обо мне. Теперь я понял, что ошибался. Если у тех, кого мы любим, есть магический дар, мы должны их защищать, Джарвин. И у каждого немосийца должно быть такое правило. Нифига себе, они это решили даже без меня. Значит, не зря мы его пощадили. Блин, у Джарвана вот в этой картинке просто охрененнейший армор. Это не драконий, это какой-то перерисованный драконик из линейки. Ну, то есть драконик в линейке красный. Такой красно-черный, здесь очень красивая гамма. Чайников 20-40. Ну, масло. Ну, еще учитывая, как много ты это все впитываешь. Учитывая, что у меня 1 литр кружки, кажется, что за день я выпиваю не так много. На самом деле много, но учитывая, что это всего лишь один чайный пакетик, получается экономно. Нужно остановить казнь, пока безумная охота на ведьме не захлестнула все королевство. Возвращайся к Люкс, спаси ее. Если найдешь в истерию, прикажи ей немедленно сложить оружие. А если я встречу Шивана, передать ей что-нибудь. Скажи ей, что любые изменения — это не навсегда. Чайник за сутки. Я в какой-то момент вообще думал, что у меня... как это называется? Сушничок. Только не совсем. Сахарный диабет, короче. Из-за этого я слишком много пил воды. На самом деле у меня ее нету. Но я могу в сутки выпивать очень много воды. В какой-то момент я выпивал, наверное, 4-5 литров в день. А ты говоришь чайник. Типа, здравствуйте. Я не шучу, прям 4-5 литров. Обычно норма для человека двоечка. Так что да. И то может быть меньше. Час настал. Мы дадим отпор охотникам на нашей территории. Даже если их больше, мы лучше знаем лес. Без вашей храбрости и самоотдачи ничего этого не случилось бы. Было время, как я дрался только за тебя. Но сегодня я сражаюсь за вас. А еще за новую династию, которую мы садим вместе вообще даже не близко, как было в оригинале. За свободу. Хайпово. Охотники на магов не умеют подкрадываться. Им не было в этом нужды. Ставлю на то, что они будут штурмовать южные и восточные ворота. Там мы выставим наших людей. Мы их встретим. Ты совсем не боишься? Я? Чего мне бояться? Не смеши. Я уже не та девчонка, что приходила к тебе в тюрьме. За эти месяцы я изменилась. Я знал, что станешь настоящей воительницей. Для меня главное то, что я больше не одна. Они здесь напали с севера. Вот засада. У них остроклювы. Им удалось нас убить. Эти свиньи все-таки учатся новым трюкам. Погнали. Что там, остроклюв будет? Конечно. Поехали. Ты как? А, он копья кидает, я не заметил. Поехали. Ох уж эти повторяющиеся юниты.
Да ладно, что его отстраклюв не дамажит, конечно. Ну да ладно. Да хватит. Такое ощущение, как будто здесь будет какой-то двухфазовый босс, что ли. Я надеюсь, не будет здесь несколько птиц. Так, окей. Селс, ты нужен у южных ворот. Я помогу магам здесь. А я во всех воротах нужен, я уверен. Ни хрена себе. Что-то не всех резнул. Ну да ладно. О-о-о. Филимса. Поехали. И Соня. Ты. Где он? Они же отказались от этой штуки, не? Мне казалось, отказались. Засосыч. Мне нужен еще засосыч. Посмотри. Да, больно, больно. Бешеный. Блин, лобилки очень круто выглядят в этом плане. Вот бы ингейм такой был, а. Но элементалии и понятия такие нету ингейм, так что. Пофигу. Здорово. Ля. Ребята, я здесь просто сексилен этих ребят убил. Не слишком много, долго я их не удержу. Опа-на! Аж три! Тебе снова нужна моя сила, Селос. Ты нужен у южных ворот. А можно коснуться и лазером пострелять, плиз? Важно. Не происходит, да? Ну, ладно. Ты нужен у южных, ты нужен у северных, ты нужен у восточных, ты нужен везде. Так, пойдем наверх. На сей раз мало показывает, что забавно. За багуню. Хватит пулеметом стрелять. Отлично.
что за апокалипсис тут происходит? Иди. Уф. Уф, подорвано. Изи, даже не почувствовал. О, фпсик-то упал немножечко. Бля, как он мансит. Вот бы мне так ингейм делать, конечно. Далс, мы нашли лагерь охотников в заброшенном форте неподалеку. Когда идем, покончим с ней. Так, господа. Мы-то... Так мы отпустим тебя сражаться с Терри без нас. Признавайся, тебе же нужна помощь. Все готовы? Вперед. Я вообще не, нет, не особо. Ну ладно. А как же западные ворота? Нифига себе. Да, Люкса. Мощно, мощно. Лоп! Братишка пришел. Люкс, я так волновался, у города просто ошалевший взгляд вообще. Всю игру его взгляд ошалевший. Пощадите города, у него просто бедное сердечко. Да, что ты здесь делаешь? Я так виноват. Нельзя было бросать тебя одну. Я должен быть рядом с самого начала. Обещаю, что теперь ты всегда можешь на меня положиться. Больше не будешь арестовывать магов? Нет, мы с Жароном поняли, что настоящий город занимается охотники на магов. Он называет Вестерию, но я уверен, что он слушается приказа. Как он это понял вообще, мне, кстати, интересно. Какой для этого триггер был? Типа то, что он проиграл Сайлосу? Или то, что его Шиванна бросила? Рада, что теперь мог править мозги Джарвана. Далеко не сразу. Мое место в это время было рядом с тобой. Ты рядом сейчас, и нам очень многое нужно нарастать. Да, вперед, сестренка, в бой! Ну все, наконец-то. Здесь уже какой-то этот пошел Дисней. Так. И у нас сегодня финал вот здесь, да? Здорово, ребят. Опять Серебракрыл будет, да? Дайте угадаю. Вступайте, я разберусь с ним. А так можно было? Ни хрена себе! Ёпсель. И что, здесь тоже? Я разберусь с ним. А я пойду дальше? Я задержу, вымотайте их. Но... То есть какой-то парнишка, просто кузнец против тренированных магов. Канонично. Сегодня охотники на могут уйду в прошлое. Вчера еще были наши жертвы. То, ради чего были наши жертвы. Погнали. Упс. Но я не могу стрелять заклинание. Другое дело. Так, здесь просто по прямой, да, идем? Вообще не паримся. О! Шиванна! Оп! Даже гвардия Жирана на нашей стороне. Неужели она смогла переубедить принца? Да-да-да.
Приятно. Псевдо-босс-файт, да? Опа-на. Целос, прошу тебя, не делай этого. Ой, ну все, все. Головки у меня больше не действуют, Райан. Пожалуйста, можешь спасти множество жизней. Просто отступись. Убирайся вон из моей головы. Все твои друзья погибнут, но ты будешь ты. Ты ведь убил меня. Да, я виноват, но я тебя не убивал. Я... Опять? Серьезно? Сколько можно, а? Такова твоя участь, Целос. Причинять боль всем, кто тебе дорог. Хватит. Не слушай ее. Илани сама сделала выбор. Она пожертвовала собой ради нас. Сопротивляемся? Да, ты права. И в память о Илани. Бэм! Мы должны завершить начатое. Я их задержу, ты беги дальше. Иди, я их задержу. А ты уверена, что ты их прям вот задержишь? Мне кажется, ты тут просто сейчас апокалипсис устроишь и в одиночку... Может, ты сама пойдешь там это... Ладно, не важно. Так. Босс Бэттл. Ой. Целос, мой старый друг. Погнали. Так. Она научилась контролировать это говно? Видимо, нет. Но... Так что-то у меня есть, но... чтобы ни хрена себе урон, конечно. Да как? Ох уж эти хитбоксы, господи. Ну как это попало в меня? Это невозможно. Музычка, конечно. Ауч. Ну да. Кайфарик. О, урон по ней точка вообще нету. А чем она бьет? Она бьет типа солнцем? Чем-то. Чем по ней фигачить? Подожди, она бьет солнцем? Значит, соответственно, мне нужен мистицизм, правильно?
Некоторое время становится невидимо. Попробуем. Мой старый друг, ты мог бы избавиться от мук, но выбрал боль. Но думаю, из нас твоих свободен я. Нет, там ум не особо. Блин, заклепал. У меня тут экшен происходит, а ты съезжаешь. Блин, попал все-таки. Ну, от атаки довольно легко доджить. Магическая сила это что-то пук. Это не пук Срейнг. Разве не помнишь? Я была такой же, как ты. Я страдала от магии. Она говорит, что управляет своей силой. Со стороны так не скажешь. Не надо, хватит. Выпей, это приглушит магию. Погоди-ка, Йонедок может пойти нам в пользу еще чуточку. Надо нами поработать. О, нафига разбивать-то?
Мистерия, ты мне доверяешь? Нет. Нет. А потом я впервые в жизни почувствовал свободу. Вы еще кто? Не понял. Немножечко не понял, господа. А прикиньте, мне нужно будет каждый раз это обкашливать. У меня уже 2 месяца не было приступов. Я выздоровела? Да. Опыт Хезбеда оказался успешным. Значит, моя магическая сила пропала? Нет, она изменилась. Теперь ты сможешь сама ей управлять. Я этого не хотела. Избавьте меня от магии. Я понимаю, ты злишься, но это не может спровоцировать приступ. О, уже. Я больше не чувствую боли! Я просто стала сильнее. Подумать только, сколько ты сможешь сделать с такими способностями для нашего ордена. Для Димассии. Для охотников на магов я изменился. Ух уж эти лоры. Или да, она была долгосрочным проектом. Да. Для меня, сестрой. Просто отзеркаливание видит, да, в себя? Райан, зачем так мучиться? Я буду снова взять все в свои руки. И мне доверяешь? Так, так, так. Ты же не хочешь, чтобы повторение было, да? Танчик. Я лишь надеюсь, что вот этот последний файт не заставит меня это как его реально драться. Вот все вот это вот проходить. Я не могу спасти Вистерию, но могу спасти Рай. Так. Чё, это хорошо, ладно, мне придется, видимо, обсасывать это все. Все может закончиться иначе, Селос. Ты можешь выбрать другую жизнь. Я думал, что страдал в темнице больше, чем ты в цитаделе. Теперь я вижу, что ошибся. Твое наказание гораздо более жестокое. Тебя отняли все. Ты же это понимаешь? Я даю тебе последний шанс. Вернись к нам. И жить в цепях, жить скованным долгой ложью? Нет, я лучше умру. Тогда я подарю тебе свободу. Я на секунду подумал, что это Кайла, но не совсем, видимо. Охренеть. Вау. А, теперь она отметина оставляет. Я не могу украсть заклинание, не могу. А что, я стрелял? Ауч.
ТП. А, понял. Арену можно побольше? Так, огонь, да, получается? Это важно. Огонь, это важно. Что происходит? Я должен пробивать щит, что я должен делать? Окей. Раунд 2. Ну, сложность максимальная. Я полагаю, это последняя, да, у нас босс будет? Или еще кто-то? Я вам просто не представляю, кто еще может быть нам соперником. Осталось только Райан, по сути. Здесь ульта Виктора, а точнее Ешка. Уф, охренеть как больно. Понял, надо пробивать эту штуку. Шлеп, шлеп, шлеп. Чем довольно легкая. Если, конечно, не будет второй фазы. Свистнули. Охренительно. Сори, я здесь все пофоткаю. Это аллегория. Это аллегория, да? Это как бы отсылочка. Типа, вот есть Моргана, есть Кайла, там все дела, да? Такое ответвление небольшое. Не, надо по-другому слово подобрать, но я не знаю. Но выглядит очень эпично. Тихо-тихо, все кончено. Магия, это яд. Она тебя уничтожит. Мне жаль тебя, Вистария. Ты всегда так люто себя ненавидела. Не надо меня жалеть, ведь я знаю правду. Райан, ей нужна помощь. Я за ней присмотрю. Обещаю. Those you love will hurt you the most. I hear the pain in their song. There are notes of bitterness. Новые ноты принятия и уважения. But also a new tone of acceptance and respect.
Ну и прочее, я здесь все пофоткаю. Классно выглядит. Целос на этом не успокоится. Его придется остановить так или иначе. Без его помощи мы не победили бы охотников. За это я буду вечно ему благодарна. И все же он убийца. А еще лжец и предатель. Он стольких спас, стольких демосийцев помог иначе взглянуть на вещи. Тебе в том числе. В каждом человеке много сторон. Эх, ты сама тому пример. Люксиан и Бунтарка. А Люксиан изгнанница. Лидер. Мак. Моя сестра. Ты ведь вернешься в город, чтобы снова стать демосийкой? Я не переставал ей быть. Может, поможешь мне переубедить Джаруна? Ты гораздо лучше ладишь с людьми, чем я. Тебе он прислуживается. Я попытаюсь, если на этот раз мы обойдемся без тайных помолвок. Да, точно их же поженить хотели. Honor and duty tip his scales in one direction. Love. Но другой любовь. О, значит, все-таки шип Шиваны официально, да? Я, Джарван IV Лайтшилд, постановляю. С этого момента вся деятельность охотников на магов прекращается. Город Тербизию я объявляю убежищем для магов и передаю его под управление Люксиана Краунблад. Даю свое королевство слово. Я найду способ обеспечить безопасность магов в Демасии. Аристократы, до сих пор поддерживающие охотников на магов, с этого дня станут моими врагами. Если бросите мне вызов, я приму его на поле боя. Будет ли этого достаточно? Сможешь ли ты вновь почувствовать себя в безопасности? The rebel leader mourns the dead. He does not know, but they still stand beside him. Илан, Илани, все, кто погиб. Как жаль, что вы не увидите мир, который помогли создать. Как бы я хотел узнать, по-вашему, все это было не зря? Вы сказали, если бы я стал сейчас с собой. Да, Райан, здорово. Не подведу ли я вас и общего... Не, не подведу ли я вас и наше общее дело? Он прокачивает Райан, все будет кок. Надеюсь, когда-нибудь я стану достоин вашей отваги. Вот это намного теплый конец на фоне... О, господи, если это будет канон, это круто. Ну и одновременно, конечно, немножечко скучно, но... Что-то из этого можно подчеркнуть канону, что-то нет. Все-таки Шиванна осталась по-прежнему в Демасии на оригинальной основе, да? Значит, все-таки правила как бы не сильно ее отягощают. Теперь, кажется, теперь мы герои Демасии. Как считаете, король выдаст нам по медальке? Он пошел на уступки, но обещание, данное с представленным горлу клинком, недорого стоит. Правитель Демасии ни за что не откажется от власти, значит, нужны и другие правители. Наша борьба только началась. Релакс. И нам нужны союзники. Я бывал на севере, там живут сильные, хоть и диковатые племена. Возможно, они нам помогут. Так, я понял, отсылочка куда? Диковатые, говоришь, у меня не будут по струнке ходить. Новые союзники, что ж, посмотрим. Но сперва давайте праздновать. Понятно. Значит. А, значит, вот так вот решили обыграть. Все-таки он пойдет на север, да? Сегодня вы добились еще одного дня свободы для себя и своих друзей. Радуйтесь. Завтра мы решим, как освободить всю эту землю. Долой аристократию, долой правителей, долой королей. Мы покажем всем демосийцам, что магия повсюду, и это истинная мощь за ней. И что истинная мощь за ней. Не забывайте полученный сегодня урок. Каждый из вас в силах что-то изменить. Опа, как неуклюже, JPG, конечно, трекло. Какой же Гарн массивный на фоне их. Я надеюсь, Йопсель ведут в игру как-то, хоть как-то. Йопс очень классная.
Повстанцы уже подняли такую бурю, какой не было давно. Ну круто, круто. Кстати, у Йопсили оружие такое копье, немножечко красноватое. Может быть это Dark Kirin. Ну ладно, ладно. Ну вот и все. Получается все. Наверное, все. Возможно, все. Но было классно, было классно. Ну, очень коротко. Да, я так ожидал, что она будет коротенькая, она линейная. В принципе, здесь нет каких-то гигараскрытий и так далее. История все-таки осталась. Какое-то ответвление, я полагаю. Не знаю, канота или нет, я потом это гляну отдельно. Кое-кого поспрашиваю. Было бы прикольно, чтобы это было каноном. Они так завитушечку интересную сделали, особенно под конец сказали, что, дескать, вот во Фрильюрде у нас могут быть новые союзники. И Салос в официальной версии как бы и отправился во Фрильюрд. Там искал союзников, это было не в комиксе, а в новелле, по-моему, да? И там, где он там это попался на племя этих, как его, ребят, которые немножечко любят дебоширить, я не помню, кто это точно. В карточной версии они были. Обкашивал там все, все дела, и забайтил их на то, что в Димасе их ждет богатство и слава, все дела. По-моему, это было так. Ну и, собственно, потом пошел уже синематик, да, вот это Авекин. Не, подожди, Авекин это было или нет? Нет, это был не Авекин, правда. Господи, я не помню, какой это был синематиков, точно название вам не скажу. Ну, в общем, там была битва на мосту как раз-таки, да? Подожди секундочку, а как она... Варьерс, точно, пардон. Вот, это все было там, на мосту. Как раз таки, который в Араме тоже присутствует. По-моему, это тот самый мост был. Может быть, нет, могу ошибаться. И вот. Но в том амплуа, который вы показывали там, он был хладнокровный, безумный, ну то есть вообще безбашенный Челиксон, который просто хочет мести. Здесь все как-то намного более глубоко. Одновременно просто, конечно, но все же. Его здесь раскрыли намного лучше. И дали ему путь в какой-то степени. В отличие от оригинальной версии. Опять же, ладно, я путаюсь, оригинал это или нет уже. Посмотрим. Потому что также были до этого игрулька как бы... вот эти, как его, Стражи Света были, да, по-моему, это так называлось. И... как же она была... Я уже забыл, как называется. Руинкинг. Я не знаю, почему я все время умудряюсь это забывать. Все-таки это было там про... что там было? Пайк, Ари. Пайк, Ари, Ясо. Иловой, Браун. Такие вот ребята были, да? И история с Шоу Билджвотери. И он немножечко разнится со Стражами Света. И непонятно, что канон. Но... версия Руина Кинга мне нравится намного больше. Хоть она и тоже выглядит какой-то слишком сахарной, что ли, под конец. Хэппи-энд, все дела с намашками на то, что в будущем что-то произойдет, как обычно. Как обычно. Но было классно. Чисто пепчил на 3 дня. Я думаю, ее можно было дольше проходить. Если мне не нравится система прокачки в этом плане, она не совсем нужна. Играешь? Нет, конечно, прикольно иметь свой элемент, но я играл на максимальной сложности. И даже это, в принципе, не важно, потому что есть обилка, которой ты прыгаешь, и просто ауе огонь юзаешь, и все, и до свидания делаешься. Тебе даже думать ни о чем не надо. Даже огненных магов это все лепит. Спокойно. Вот этого последнего босса я мог просто спамить этой фигней. Все. Но там, в принципе, это было не важно, потому что она дает, на самом деле, довольно большое окно для атаки. Они, на самом деле, даже могли бы сделать ее двухфазовой. Типа, вот первый раз ты убиваешь, она превращается, и еще раз бьешь. Так было бы, возможно, даже поинтереснее и посложнее. Я считаю, что можно было так сделать. Самый сложный бой по-прежнему для меня считается Джарвана и Шервана. Потому что там абсолютный bullet hell. Тебе нужно драться буквально против троих. Всякие проджектайлы летят, прочая хрень. Ты просто охреневаешь. Еще тебе нужно копье Джарвана сбивать и так далее. В общем, забей. Такая вот приколюха. Все. На этом все.